столом у Фрискапа. Он был не только блестящим исполнителем на клавишных инструментов, но и крупным композитором, которого впоследствии назовут итальянским Бахом. Родившись на севере Италии, в семье органиста, сам проработал до конца своей жизни органистом в соборе Святого Петра в Риме. Сейчас прозвучат три произведения без перерыва. Токката, 100 вариаций на тему Пассакалья и ария Пассакалья. Как нам кажется, все эти три произведения объединены не только общей тональностью, но и общим настроением, которые передают смысл текста, который сейчас скажу. О, вы мной не пренебрегаете, вы смеетесь надо мной. Придет время и любовь сделать с вашим сердцем то же, что вы сделали с моим. Не нужно более слов, прощайте. Красота не царит вечно, и если вы презираете меня сегодня, меня оскорбляют, завтра вы раскаетесь. Что ж, пускай другой оценит вас, а я посмеюсь пока.